Вітаю, шановне господарство, на кухні правоборончого центру «Весна». Сьогодні до нас в гості завітала Ініра Браніцька, директор офісу по правах людей з інвалідністю, а так само Сергій Дроздовський, координатор проєкту і один з засновальників цієї організації. А поговоримо сьогодні на тему вельми серйозну і, я думаю, досить такою широкою. Чому інвалідність – це з'являється проблемою права чоловіка? Ну, люди пытались примерять на инвалидах, и пытались медицинский подход, пытались, думали, что можно вылечить до конца при любых обстоятельствах, пытались социальный подход, думали, что можно как-то барьеры убрать. В конечном итоге, в принципе, само по себе определение инвалидности сегодня – это определение постоянно дискриминируемого человека. То есть человек, у которого в отношении его состояния здоровья или нарушения здоровья и существующих барьеров нарушена его возможность включаться в жизнь общества. То есть нарушена доступность к полному использованию прав человека, не использованию, пользованию правами человека. И в этом смысле доступность вот как раз прав человека является критической такой мерой, которая для инвалидности является предмерой. То есть говорить о правах человека можно, обеспечив доступность, вот ту самую, о которой мы так много пытаемся говорить, и которая является у нас предметом недели доступности. Досить, умовно кажучи, лозунг «Всі права чоловіка для всіх», і він якраз вельми яскраво підходить до цієї проблеми. І от тиждень доступності, який згадав Сергій, який проходить 24-30 красовика, Ініра, можете розповісти, яка головна мета цього мероприємства була, і що, власне кажучи, це було за мероприємство? Мы в третий раз проводили неделю доступности, это уже стало традиционным мероприятием, а задумывалось оно как мероприятие для всех, но о вопросах прав людей с инвалидностью. То есть мы хотели, то есть один из классических вариантов работы с правами человека – это просвещение, и просвещение всех вокруг, то есть это как бы не для какой-то определенной целевой аудитории, мы хотим, чтобы… То есть как бы это вопрос отношенческих барьеров. Мы понимаем, что преодолеть как бы есть барьеры, есть стереотипы, есть стигмы, есть нарушения прав людей с инвалидностью, которые происходят из-за того, что в обществе есть отношенческие барьеры. И как бы как с ними работать, как бы надо говорить об этом, о людях с инвалидностью, о том, какие есть у них проблемы, и говорить со всеми. И так мы придумали неделю доступности, мероприятие абсолютно открытое для всех, как бы... как мы говорим, неформальное, инклюзивное, то есть оно состоит из разных мероприятий, как бы это может быть круглые столы, это у нас есть такой традиционный форум доступности, это показы фильмов, это какие-то публичные дискуссии, это выставки, и все это как бы в той или иной мере посвящено людям с инвалидностью, то есть как бы, вернее, это в той или иной мере о проблемах людей с инвалидностью. Мы стараемся говорить простым языком, чтобы было понятно всем, но в то же время как бы мы затрагиваем достаточно острые темы, такие как, например, в этом году мы говорили о дееспособности, потому что как бы это очень сложная проблема в Беларуси, ну как бы не только, но как бы дееспособность по большому счету это гражданская смерть человека с инвалидностью, потому что он лишается всех своих гражданских прав. Мы говорили о как бы физической безбарьерности в рамках некоторых мероприятий, также у нас была выставка доступности это, ну, и ряд других мероприятий, но как раз это о том, чтобы любой человек мог прийти, узнать, на самом деле, кто такие люди с инвалидностью, какие у них проблемы, и что они могут сделать, все остальные люди, для как бы того, чтобы наше общество стало более доступным. Ну, то есть тут как бы, мероприятие было скеровано не только, власне кажучи, для представников державы, але и в тем лику для просто граждан? Как бы прежде всего, наша неделя доступности, она как раз для общества. То есть мы хотим, чтобы общество говорило на эти темы, мы хотим, чтобы общество нас понимало, и чтобы как бы сформировать те ценности, которые несет Конвенция о правах инвалидов в обществе. То есть как бы по большому счету, вот через такие простые некоторые мероприятия мы... стараемся передать те ценности, которые есть в конвенции. Сказать, что люди с инвалидностью – это люди, сказать, что у людей с инвалидностью есть права, и что, как бы, прежде всего, если мы будем уважать людей с инвалидностью, их права, наше общество будет меняться. И это, как бы, вопрос государства, конечно, важен, и когда мы говорим о правах человека, мы да. понимаем, что это государство, да. Но уважение и, как бы, эти ценности должны быть в обществе.
Мы все-таки думаем, что чиновники — это часть общества. И все-таки надеемся, что они когда-то начнут так думать. Да, но Ніра закранула, мне здається, вельми важный момент, потому что, сапраўды, когда мы говорим про права человека, мы разумеем вертикальные отношения между гражданином и державой, но я абсолютно согласен, что само громадство, оно так само отыгрывает вельми значную роль, когда мы говорим про права человека и про права неких певных групп. Я бы хотел запитаться, вот, Сергей, а с какими, власне кажучи, проблемами наибольше ваша организация працює, сутикається? Ну, коли сказати, може бути, агулом, тим ліку і проблеми, які зв'язані з не з владою, там, з державою і громадянином, а тим ліку і проблеми, які в громадстві існують, ставлення громадства до людей з інвалідністю. Ну, смотрите, на самом деле мы снимаем наше приемное обращение в год от 800 до 1200 обращений. Все обращения, каждое из обращений – это какая-то проблема человека. Минимально он просто чего-то не знает и нигде не может найти информацию о своих правах. Максимально он зашел в тупик в взаимоотношениях с администрациями, с чиновниками, с окружающими. И приходится распутывать очень сложные клубки взаимоотношений, на которые подчас просто не хватает наших возможностей. А с точки зрения того, какие проблемы мы охватываем, на самом деле мы не можем не замечать проблемы, которые вырастают из как раз понимания прав человека, да? А сегодняшнее существование интерната в нашей стране – это как раз-таки прямое противоречие тому, каким же образом мы можем жить все вместе в одной стране, вот одним народом. А существование дееспособности, причем такое, либо да, либо нет, да, это как раз-таки пример того, как это происходит. То, как мы сегодня видим, то, что сегодня в отношении инвалидов и людей с инвалидностью нет вообще определения дискриминации, которое, в общем-то, каждый человек с инвалидностью фиксирует и многие во много раз, многие очень конкретно показывают примеры, да, и защиты такой нет. На самом деле такие проблемы, которые не поднимаются на уровне одного человека, но мы фиксируем их совершенно точно в нашей действительности. Ну вот проблема интернатов, это проблема, так скажем, изоляции этих фактически людей от громадства, и мы их не бачим на улицах, это не значит, что их нема. Изоляция общества от этих людей, изоляция этих людей от... Ну, да, интернаты – это сложный вопрос, как бы на сегодняшний день во всем мире идет процесс деинституциализации, как бы не могу сказать, что в Беларуси об этом процессе не говорят, и даже на государственном уровне о нем периодически говорят, но пока мы, к сожалению, не видим конкретных шагов, потому что количество интернатов за последний год увеличилось, и то есть как бы не происходит того, что как бы происходило в ряде стран, это разукрупнение, то есть как бы когда большие интернаты, потому что на сегодняшний день в Беларуси много крупных интернатов, и мы сегодня говорим, когда мы говорим с государственными учреждениями, мы говорим, да, что как бы не надо, ну, мы не призываем их сегодня же убрать, как бы это сложный вопрос, это как бы не вопрос одного дня. Но вопрос выбора. У человека с инвалидностью, то есть он может выбрать интернат, как бы, но на сегодняшний день все чаще люди с инвалидностью вынуждены идти в интернат, потому что они не могут, нету безбарьерки, которая бы позволяла им спокойно передвигаться, нету услуг на местном уровне, которые бы позволяли им, там, индивидуальный ассистент, который бы позволял человеку с инвалидностью самостоятельно продолжать жить у себя дома, как бы, он... Человек с инвалидностью зачастую вынужден идти в интернат, потому что как бы иначе он не выживет в том обществе, полном барьеры, которые есть сегодня в Беларуси. Ну а что, на вашу думку, до речи, вот влады могли бы сделать, как, ну, например, ту же проблему безбарьерного осяродку неким чином полепшить, вырешить ее? Это потребует неких грошовых сродков от влады? Вот, еще нет, если взять и посмотреть, астрономические суммы тратятся сегодня на создание вот доступной среды. Астрономические, если так говорить. Вопрос в том, что государство никак не хочет согласиться с тем, чтобы передать ряд полномочий самому человеку. Чтобы человек с инвалидностью имел достаточно возможностей для того, чтобы влиять на создание вот этой самой окружающейся доступной среды, даже путем перераспределения каких-либо средств. То есть государство сегодня хочет само брать от имени этого человека с инвалидностью деньги, само их тратить. И как это получается, в общем-то, вот так получается. Мы же все-таки настаиваем на том, что сам человек, сегодня есть механизмы, есть социальные такие отношения, которые позволяют самому человеку дать возможность и механизм управлять вот этим процессом. И это пока единственный способ, который успешно, который доказал, что он в ряде стран был успешен.
Есть еще вариант, то, что мы иногда говорим, это введите понятие дискриминации, потому что они говорят, ну, знаете, есть там здания, как бы вот какие-то мы, может, частично переоборудуем, какие-то там еще что-то, с чего начать, как бы их столько много. Мы говорим, хорошо, давайте так, вы вводите понятие дискриминации. Если человеку надо в это здание, как бы оно недоступно, он подает против вас иск по дискриминации. Тогда мы очень быстро определим, может быть, действительно очень многие здания в жизни не нужны, ну, как бы не то, что, конечно, я за то, чтобы... Особенно то, что новое строится, но как бы да, проблемы, но вот есть как бы какие-то, которые будут первые переоборудованы потом. Как бы давайте, пусть человек с инвалидностью сам решит, что ему нужно. Он подаст, то есть он скажет, это недоступно, это не безбарьерно, я подаю против вас иск, потому что это дискриминация. Ну вот, да, еще про дискриминацию. Зараз 4 числа Беларусь проходила процедуру универсального периодичного огляду в Совете по правам человека ООН. И некоторые делегации национальные как раз выносили такие рекомендации в Раду Беларуси принять закон об супрадении дискриминации и так само долучиться до конвенции об правах людей с инвалидностью, якую наши улады черговый раз пообещали, что на это сделать. А как вы думаете, вот это принятие такого законодательства и долучение до этой конвенции, но посприяло обороне людей с инвалидностью и неким чином, может быть, подштурхнуло Беларусь до... так скажем, больше уваги до этой проблемы, тенья. Ну, однозначно, конечно, потому что с приходом конвенции мы получили бы четкие, ясные определения, что такое дискриминация, мы бы получили бы, скажем так, норму прямого действия, которую можно было бы, мог бы принимать любой человек, да. Понятно, что мы понимаем все эти проблемы, трудности правоприменения, но дело даже не в этом. А второе очень важное то, что с приходом этой конвенции, это не надо исключать никогда, да, кроме правовых механизмов. Это, в общем-то, большое воодушевление. Это знак, в общем-то, тому же человеку с инвалидностью, что общество тебя уважает, и твое человеческое достоинство – это не пустой звук. И вот это воодушевление – это для многих обществ, для многих людей гораздо большего стоит, чем любые там деньги или какие-то копейки, доплаты, там еще что-то. И вот это как раз-таки отказ в уважении человеческого достоинства – это сегодня самое большое унизительное вот состояние, в котором, в общем-то, признают все люди. Что конвенция прямо говорит, что инвалидность – это те барьеры, которые есть. Это не, то есть как бы, это те барьеры, которые мешают человеку с инвалидностью жить. Полноватостные основания в романстве. Да, то есть отношенческие, физические, всевозможные, как бы. И именно так надо понимать инвалидность. И как бы вот это вот признание этого факта, что как бы просто то есть какие-то барьеры, они как бы есть здоровье, есть там определенные, я не знаю, социальные, медицинские как бы. То, как понимается сегодня человек с инвалидностью в Беларуси, опять же, то есть то, с чего мы начали, как бы это ну, твое заболевание. И здоровье человека. Это проблема медицинская. Да, это не проблема правого человека. Да. Ну и в лучшем выпадку проблема социальная, да, как держава может думать, что это потребует неких там намаганий. Поэтому конвенция как раз сказала бы, что человек с инвалидностью – это человек в этой стране, и присоединение к ней для нас прежде всего значит, что как бы это признание его прав. Ну и, может быть, это подштурхнуло бы улады до принятия закона о супрадении дискриминации, потому что у нас такого рамочного закона в принципе нема, який бы вызначал, что такое дискриминация, по каких предметах, ну, отповедал бы отповедным положениям международных норм права. Самое главное, как защищать жертв дискриминации, да, которые есть сегодня и будут и завтра. Я думаю, что, конечно, я згодна цалком, что такие принятие, по-перше, долучение до конвенции, принятие такого закона, оно могло бы посприять заявлению практики, коли б могли люди саправды судовым порядку на национальном узроўні неким чином отстоивать свои правы и доказывать наявность дискриминации, бо на сегодня не секрет, что в судах это выкликает певные проблемы. Доказывать дискриминацию вельми проблематично, вельми часто в судовом порядке. Как сказали Сергею, покажите мне, где это написано, что такое дискриминация, я обязательно признаю, что в вашем случае была дискриминация. Слова судьи, да, слова судьи. Ну, написано, шмадзе написано, скажем так, но у нас в национальном уровне хиба только в працовном кодексе есть обозначение, что такое дискриминация в працовных отношениях. А больше как бы и нема, хотя в Конституции мы видим, что все ровно перед законом, дискриминация в всех ее формах забороняется. Да, но что именно это такое дискриминация? Да, ну тому будем сподеваться, что наш урад долучится до конвенции все ж таки, как они пообещали это перед Советом по правам человека в Женеве. И что это неким чином будет сприять обороне правов тех, кто трапляет под дискриминацию. Але я тут абсолютно згодны, что это проблема громадства в шмат у чем.
Ну, это, видите, не ждать, пока общество станет совершенным, добрым, там, гуманным, и тогда мы как бы автоматически присоединимся к конвенции. Нет, ну, я это не мёд на лазить. Нет, но это то, что мы слышим постоянно, что общество не готово к принятию конвенции. Мы считаем как раз-таки обратной ситуацией. Общество никогда не будет готово, если ему не помогать и не создавать для этого условий. Безумовно. Я очень часто так само чую, то, что громадство не готово, шмат до чего. Шмат. До зміни смертного покарання, до передачі пенітенціарної системи Міністерства юстиції, до введення судов присяжних, это все наше громадство не готово. Ось. Ну, саправди, ну что нам застається, надо штрухать. Остається работать. Да, остається работать. Вось, тому я думаю, что на этом мы будем завершать нашу передачу. И сапраўды, единственное, что нам застаётся, как сказала Энира, это працавать. Дякую, до новых встреч. Дякую. В пятницу мы тоже закончили працавать. Или только в понедельник.